со старым. Понятно. То есть он раз, начинает уже куда-то смещаться, но при этом разворачивать, сделать. Ясно, да? Ощущать. Не надо там себя через зеркало посмотреть, ощущать. Вы себя ощущаете. Можете глаза закрыть, можете открыть. Иногда даже с открытыми глазами тяжелее получается, чем с закрытыми. Но надо тренироваться, чтобы с открытыми глазами было так же, как действительно открытыми. Внизу не надо перед собой. Свободно, но... Стоп, бить особо не нужно, там локали вы здесь должны были войти. Помните, да? Робот точно так же. Если здесь, то вы здесь тоже будете. Ну, по прошлому ходу. Ясно. Поэтому руку туда. Это туда, это сюда. Вот здесь разворачивается, вторую руку тут бьет, вот здесь вот ставит. Потому что тот, который будет толкать, он вот сюда вот ее будет выносить. Вот. Вот другой должен быть, да. Не сопротивляться. Центр, держите внизу. Это верхняя часть должна крутиться. Стоите вот таким вот образом ровно. Напарник тоже перед вами. Дистанцию сейчас попробую такую сделать. И ваша задача сделать вот такое движение, чтобы руки вылетели. Пожалуйста, вот другой. Руками так специально бить не надо. Надо выкинуть, чтобы она вот так вот сюда. При вот такой дистанции. Не надо ничего не делать. Вот такой дистанции это будет вот здесь. Понятно, да? При более близкой, если с подшагом. Здесь и не важно. Сейчас то же самое делайте в лапу. Вот отсюда. Вот так и вот. Вот так просто разворачивайте, перчатка боксерская здесь особо, там, не напрягайте. Ваша задача расслабленную руку, только не в локте, только держите, да? Вот отсюда, вот сюда выкинуть. Не надо здесь сейчас бить, не надо сюда вкладываться. Ваша задача просто сейчас выкинуть ее, чтобы она как плеть вот сюда летела. Локоть держите, разворачиваю. Вверх по отношению к низу разворачивается. Здесь что за такое? Если вы будете медленно делать, во-первых, замедлит раз. По отношению к бедру, но нет, самое главное. Это стоит хорошо, вот это развернулось. Видно? Вот оно развернулось вот до сюда. Вот это вот так, вот так развернулось. Крутится у вас так? Да не вот так. Вот это стоит, а вот это развернулось. Вот получается? Вот здесь, вот я развернулся. Вот оно тут. Вот у вас должно быть так же. Вот, уже значительно лучше. Левой рукой. Уже чуть-чуть с подшагом вот этой ногой, может быть чуть-чуть с этой, не важно. Сейчас начните вот отсюда, с места, потом чуть-чуть оно так может там где-то. Локоть держим. Разворот туловища присутствует. И помним, чем мы занимаемся. Интересит, да? Вот и приставки все не делают. До того, как мы начали, или вернее, когда... Тело
кроме скручивания, которое в угол планах еще смещается от оси. У вас нормально двигатель будет сила, а если вы здесь сдерживаете, то сюда у вас ничего не дойдет. Понятно? Вы, получается, держите вот здесь вот, и оно не летит. Ну, рука включена. Это туда, это сюда. Вот коленка где, да? И другого, который рядом здесь стоит. Несмотря на него. Несмотря ни на это, ни на это, вы должны ощущать их двоих вот здесь. Не сюда смотрите, вот сюда куда-то. Вы видите, вот тут двоих. Там-там и сюда. Вот и такой дистанции. Только осторожно, да? Потянет. Сайт еще сидят. Ударить нельзя, да? Как в этом на мяче, с сукнуть-то на май. То есть один подшаг, да, и какой-то движение. Поэтому. Будет ровно такая же дистанция, только она будет что? Ну, сближение. Ясно. А это значит еще что? Чуть-чуть. А это значит еще менее. А задача будет, после того, как вы попробовали, поймете, что это больно. И как это больно. Задача будет следующая. Один ведущий, другой защищающий. Да? Один бьет, другой. Стоите, вот так вот видите его вот целиком. Вот так. Даже если вот так вот близко, я не буду ничего делать, видите его ноги. А обычно не будет такой техники, это я вам сейчас просто по отношению к телодвижению включаю. Может быть чего там, вот так вот возьмут вас, вот схватят и будут вот так вот. А вот, вот теперь вот захотят ударить, понятно? Будете туда смотреть, здесь ударить. Вы должны вот так вот видеть и все чувствовать. Ясно, да? Поэтому вы сейчас вот этим вот занимаетесь для того, чтобы чего? Видите? Двигаться. Я вот отсюда сейчас бум, все. Дай бейте. Тогда ходите, тогда и убирайте. Да, ну да. Они не позволяют мне все время бить. Не надо что-то вбрить. То есть его ударить еще куда-то сюда, потом его свое убрать. Понятно. То есть добавляем боковой удар. Вот в эти вот пятнашки. Не